Всем привет, уважаемые гости, подписчики моего канала Gadget Reviews. Значит, сегодня хочу ответить на вопросы своих подписчиков и зрителей по поводу обновления 9.5.3.0. Поскольку прошивка пришла, вот, и у людей возникает очень много вопросов. Итак, первое. Значит, где взять прошивку? Почему не стал размещать ссылку на скачивание под этим видео? Ребят, ссылка находится, вернее, прошивка находится уже на официальном сайте. Вот, поэтому можете там скачивать. Поэтому размещать на своих ресурсах не имеет смысла. Где, как туда попасть, можете через форум MIUI туда попасть. Заходим на форум, есть тут вкладочка, вот она. Называется, сейчас запустится, называется папка Download, да, заходите туда, вот, и там выбираете прошивку, сейчас я покажу, какую выбрать, потому что много вариантов, чтобы не ошиблись вы. Так, вот папка Download, да, выбираем ее, здесь нужно выбрать модель нашего телефона. Сори, не тут. Так. Где он тут наш любимый? Redmi 4 Prime. Он у нас называется правильно. Вот. И здесь, смотрите, есть 9.5.3.0 Prime глобальная. 9.5.1 Prime China. И 8.4.19 4 Prime China. Видите, есть девелоперская, но почему-то не хотят они на глобальную сделать, да. Я вас с удовольствием перешел на девелоперскую, потому что на Redmi 5 очень хорошая прошивка, она мне очень нравится. Итак, выбираем 9.5.3.0 Redmi 4 Prime Global, вот с таблы, да, нажимаем, и все, пошла загрузка у нас. Пошла загрузка, вот она вверху, да, вот, кому не прилетело. Далее, как, значит, ее поставить? Когда файл скачивается, заходите о телефоне, обновление системы, через три точки выбираете, вот, выбрать файл прошивки. Вот. Так, что он тут мне сказал? Опа-на, ничего себе, видите, сначала он мне сказал проводник. Установите, да, ну ладно, давайте. Проводник, значит, если у вас выскакивает такая же ошибка, кстати, кто-то вопрос это тоже задавал. Так, проводник. Вот, проводник Mi нам надо выбрать. Открываем его. Вон, видите, что-то тут у нас почему-то он. Так, рекламу игры дает. Нам не надо игру. Так, будем надеяться, что обновился. Значит, давайте еще раз. Обновление системы. Выбрать файл прошивки. Ну, ничего себе. Так, проводник. Что с тобой, проводник? Ну, вот вроде проводник работает. Так. Система, язык. Информация, версия. Ну, вроде все с проводником нормально. Так, давайте еще раз попробуем. Проводник Mi. Так, Mi-проводник. Он у нас, вот он, установлен. Что-то какая-то странная борода, видите, ребят. Ладно, с этим вопросом будем позже разбираться. Пока не знаю. Кто знает решение, пишите под этим видео. Так, далее. Значит, читаем вопросы. Значит, что тут у нас? По поводу, где взять прошивку, показал. Как установил, через три точки показал. Так, звук в динамике стал громче. Ну, давайте включим что-нибудь. Не знаю, вроде у меня проблем никогда не было. Все как бы работало нормально. Что-то он тут все время представляет мне, предлагает мне поставить.
Ребят, ну играет все как бы хорошо. А, еще вопрос был при заблокированном экране. Вот. Ну, как вы все видите, да, никаких проблем нету. Если у вас там что-то с этим происходит, значит, у вас что-то не так, ребят. Никаких сложностей у меня нет, все нормально работает. Вот. С музыкой то же самое происходит и в наушниках. Так, далее. По поводу тем был вопрос. Да, нужно обратить внимание. Да что ж такое, гляньте, попала какая-то реклама теперь. Поперло, везде выскакивает реклама, вот с этим теперь как бороться будем, да? Значит, добавились новые темки здесь. Вот, темки есть достаточно неплохие. То есть, в принципе, можно вот посмотреть на них, поскачивать. Вот, что тут есть. Это вот старые. Это вот новые. Вот, подобавились. Видите, какие темки тут. Серая какая-то была, куда-то делась она. Видел буквально вчера ее. Вот. Ну, в общем, подобавились темки. Поменялось. Но что странно, карусель обоев на дивизионе, то есть, ну, на регионе России не заработала. Хотя здесь она присутствует в программах. То есть, в телефоне эта карусель обоев присутствует. Далее. Значит, по поводу видеокамеры. При записи видео, значит, помните, баг был у нас на позапрошлой прошивке, да? Значит, сейчас смотрим. Вот, паузу нажимаю, вот на черном фоне видно, да? Паузу снимаю, все работает. Вот, то есть, все как бы фокусируется, все работает. Единственное, тут надо протереть камеру. Вот, то есть, никаких проблем с этим нет. Баг не появился. Далее, по поводу микрофона. Значит, микрофон, ребятки, я отклеил. Вот, еще на после прошлого обновления. Но скажу сразу, значит, все слышно, все нормально. Вот, но баг вылечен не до конца. Слышимость, когда микрофон вы закрываете, вот пальцем я пробовал закрывать, слышимость собеседника лучше. Вот, поэтому, в принципе, можно заклеить, кто хочет, можно не клеить. Так, ну докачаем прошивку, посмотрим потом, что там будет еще. Далее, значит, по поводу аккумулятора было много вопросов. Давайте зайдем. Значит, у меня сейчас уже 94%. Дальше я выложу видео при температуре АКБ при зарядке. Всем привет, уважаемые гости, подписчики моего канала. Значит, делаем видео ответы на вопросы подписчиков. Итак. Значит, смотрим. Первая проблема, которая у нас была на прошлой прошивке, высокая температура при заряде АКБ. Значит, сейчас смотрим. Была 29, поднялась до 30, при этом поднялась зарядка на 1%. Вот такая температура, значит, при 60% показывает до полного заряда 1 час 12 минут. Время работы 1 день 12 часов. То есть, грубо говоря, как и было на 2,5 дня, даже больше, так и емкость будет. Ну, еще потом посмотрим на результаты при 100% заряде. Так, зарядку продолжаем, ребят. Смотрите, 80% заряда, температура поднялась 35 градусов. 31 минута до полного заряда. Вот, как бы температура не маленькая, да, но это и не 39, и не 40, как было ранее. Продолжаем. Итак, зарядка показывает уже 90% готовности, да, 15 минут до конца заряда 100%. Температура 33 градуса, упала на 2 градуса, и это радует. Также этот опыт показывает, что температура общей зарядки на прошлой прошивке 9.5.1.0 упала в среднем на, так, было 35, а было 30. 4-5 градусов, ребят, 4-5 градусов упало, и это бесспорный факт на моем телефоне. Я думаю, что
от 90 до 100 температура будет еще только снижаться, поэтому на этом можно этот эксперимент закончить. Итак, уважаемые зрители, вот зарядка закончена, 100% показывает, да, индикатор. Значит, показывает для заинтересованных лиц. Многие спрашивают, что у меня показывает на телефоне. Значит, показывает 16 часов 24 минуты до полного разряда. Температура 31 градус. Емкость батареи 4100 мАч. Так, экран. Время работы экрана. Ну, вот здесь, видите, 2 часа показывает, как пока заряжался. Ну, вот такие вот характеристики, ребят. Кому интересно, значит, смотрим. Значит, давайте смотреть. Значит, тут 94%, один день 13 часов. Температура 34, емкость 4100 мАч. Так, потребление. Значит, экрана 29 минут. Почему-то 36% показывают. Ну, в общем, значит, полного экрана, до полного, значит, показывал 16 часов. Как я смотрел? При зарядке. Вот, 16 часов. Ну и, соответственно, так, а почему показывает до полного разряда один день 13 часов? Что-то тут изменилось, изменились показания. Так, было больше. Вот так вот, ребят, что-то я не пойму. Значит, при заряде было больше. Показывал, сейчас при разряде, значит, снизилось. 13 минут до полного заряда. Так, ну ладно, ну, в общем, тогда вот такие пока показания. Они мне не очень нравятся. Вот видите, уже 15 часов. Что-то тут система глюкает. Надо попробовать перезагрузить. Так, еще скачивается. Так, дальше смотрим. Значит, по поводу работы системы безопасности. Да, тут они обновили программку эту нашу, поменяли ярлычки, насколько я тут понял. Вот. Ну, суть работы программы не изменилась. Очистка все так же работает. Все как бы здесь нормально. Значит, давайте посмотрим на версию. Так, система безопасности мартовская. Значит, Android 6.1. Версия MIUI 9.5.3.0. Так, что еще тут? Версия модема 50. Не помню, на прошлой прошивке, по-моему, тоже была 50. Не меняли, значит, ничего. Так. Ну, вот такая вот история. Давайте почитаем, значит, какие еще вопросы тут были. Так, у кого-то в кирпич после обновления телефон превратился. Вот, ну там читайте, под видео есть советы, да, там люди советуют зажать там три кнопки, подольше подержать, и вроде как эта проблема сейчас у многих происходит. Ну, у меня, не знаю, ребята, вот видите, у меня все нормально обновилось, никаких сложностей нету. Вот, что пишут, задержите секунд на 10-15 выключение. И он не должен выключиться. Потом, когда включите, включите ребут меню, как в ролике, попробуйте. У меня было то же самое. Значит, ссылочки здесь ребята размещают. У кого такие сложности, тоже переходите по это видео, смотрите. Так, далее. Так, свайп влево пропал, что-то люди пишут. Куда тут пропал свайп влево? Ничего тут не пропало. Наш помощник на месте. Должник мой на месте. Деньги не отдает. Так, оперативки. Вот оперативки, вот у меня 1.4. 1.4.
Люди пишут 1,7. Значит, да, вот у меня тоже подошло к тому, что походу мне нужно сбрасываться до заводских настроек. Так, иконки стали меньше. Ребят, скажу про иконки. Иконки зависят не от размера, не от прошивки, а от выбранной темы. То есть, если вы выбираете тему, на некоторых темах, там действительно эти самые размер иконок может быть другой, уменьшенный. Поэтому смотрите, в этом не прошивка виновата. Так. У кого-то тут пишут, что через 2 часа смартфон включился. Много ошибок. Отправлял отчеты. Так, что сказать, ребят. Ну, вижу вопросов миллион. Не знаю, у меня как бы вопросов намного меньше. Ну, не забываем, да, про вкладочку отчеты. Значит, рекомендую здесь всем в предложениях писать по поводу андроида, да, что хотим 7-8 андроид получить. Вот, ну, естественно, пишем все свои пожелания по поводу того, какие, значит, баги у вас вылезли. Вот, что, ну, вот это все пока, что я нашел на сегодня. Как видите, основные функции все работает. Вот, оптимизация нормальная, то есть лагов вот таких при скролле ничего как бы не видно. Единственное, что заметил, но это не только на этом телефоне, отваливаться стал YouTube, не сразу подключается. Но я думаю, это связано с YouTube скорее, а не с прошивками. Вот, на этом все. Кто что еще заметил, пишите под видео, будем дальше смотреть, мониторить. Не забываем подписываться на канал. Кстати, ребятки, телефон еще продается. Кто не купил, есть продажи официальных магазинов. Ссылки будут под видео. С учетом того, какие сейчас модели выпускает Xiaomi. Предложение по телефонам с 5-дюймовым экраном и с хорошей мощной начинкой на сегодня нет. Поэтому сегодня Xiaomi Redmi 4 Pro остается и в 2018 году актуальной моделью. Вот. Поэтому кому надо, да, кто хочет, кто ищет, ссылки на продавца проверенного есть под видео, можете в принципе заказывать. Также не забываем подписываться на мои остальные каналы. Всем удачи, всем хороших гаджетов, всем желаю Android 8 на наш телефончик Redmi 4 Pro. Спасибо, пока-пока.